Скоро 1 сентября, и миллионы школьников в этот день сядут за парты, а тысячи ребятишек впервые переступят порог школы. У многих уже приготовлены новые портфели и учебники. К сожалению, есть семьи, которые испытывают материальные трудности при подготовке детей к новому учебному году. Одна из добрых традиций благотворительного фонда «Инсан» – оказывать им материальную поддержку. Так, очередная акция «Собери детей в школу» прошла накануне в Кизил-Юрте. Участие в ней приняли более 30 детей из 7 городов и районов Дагестана. Им вручили денежные средства для приобретения школьных принадлежностей. В гости на праздник приехал помощник муфтия Дагестана. Это конвейер, эти деньги, это ничего, это не главное. Главное, мы с вами, мы вас поддержим. Главное, чтобы вы учились хорошо, чтобы вы стали настоящим человеком. Собравшихся также радовали аниматоры, которые провели с ними интересные игры и организовали конкурсы. Катали детей на аттракционах, угощали вкусным обедом. Если у вас есть возможность и желание помочь собрать детей в школу, вы можете обратиться в фонд «Инсан» и перечислить средства на реализацию соответствующей программы. Даже небольшой вклад каждого даст неоценимый результат – благодарность счастливых школьников, получивших все необходимое для учебы. На нас лежит обязанность оказать почет детям, которые остались без родителей. Чтобы печаль отсутствия отца или же матери их сильно не беспокоила. Рядом с каждым из нас, чтобы они чувствовали отцовскую заботу. В этой связи у меня есть к вам предложение, дорогие мои братья и сестры. Праздничные дни, к примеру, каждую пятницу усаживать таких детей за обеденный стол вместе со своими детьми и угостить их. То есть проводить с ними день, подарить им счастье. Или же праздничные дни, день Ураза Байрам, Курбан Байрам или же другие праздничные дни, сходить вместе с ними в магазин, купить им одежду новую. Не обязательно дорогую, простую можно. Подарить им это счастье.